Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Продолжим говорить о прогулочных колясках. Сегодня расскажу о модели Cybex Balios M. Книжка. Для вас собраны главные характеристики, комплектация и основные положительные и отрицательные стороны коляски. В описании оставлю подборку ссылок на актуальные цены. Если хотите быть в курсе и не пропустить следующий обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Маневренная, с легким управлением и современным функционалом будет для современных мам и пап идеальным выбором. Готовая к любым перемещениям и трансформациям коляска позаботится об удобстве маленького путешественника, которому ничто не помешает открывать новый интересный мир в комфортабельном немецком транспорте. Эта коляска класса люкс обеспечит защиту от жары и ветра, отличную проходимость, безопасность и наслаждение от использования. Облегченное, но максимально прочное шасси из алюминия можно использовать с автокреслом или с люлькой. Адаптеры для их установки не входят в комплект. Коляска складывается вместе с сиденьем за секунды, превращаясь в компактную книжку. В собранном виде ее легко хранить где угодно. Она уверенно стоит без поддержки. Легко и плавно ехать и по городской брусчатке, и по лесной дорожке ей помогают большие колеса с дополнительной амортизацией и прекрасной подвеской. Поворотные колеса меньшего диаметра спереди можно зафиксировать. Тормозная система на задних колесах активизируется одним нажатием ноги. Сиденье, которое заботится о здоровой осанке ребенка, бережно поддерживая детскую спинку, можно поставить спиной или лицом к маме. В любом из положений оно превращается в просторное спальное место, если маленький исследователь устал и хочет поспать. Достаточно откинуть сиденье в горизонтальное положение. Отстегивающийся передний бампер и комфортные пятиточечные ремни обеспечат безопасность самого высокого уровня. От лишних взглядов солнца и ветра малыша укроет огромный капюшон с ультрафиолетовым фильтром 50+. Наблюдать за ребенком удобно через сетчатую секцию на капоре или окошки по бокам капюшона. Для шопинга предусмотрена объемная корзина. Из отзывов можно выделить основные плюсы и минусы этой коляски. Сначала о минусах. Рукоятка люфтит, устойчивость коляски плохая. Маленький капор. Колеса жесткие, амортизации нет. Сиденье-гамак не для каждого малыша. По сугробам коляска не едет. Мокрые грязные колеса скрипят и залипают на плитке. Теперь перейдем к плюсам. Рулить по ровной поверхности можно двумя пальцами. Легкое, тонкое прочное шасси, телескопическая ручка, литые колеса, удобный доступ к корзине, механизм складывания и опускания спинки. Проходит в маленький лифт. Будьте в курсе, не пропускайте новые обзоры. Для этого ставьте лайки, включайте колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Если вы встречались с такой моделью, обязательно делитесь своим мнением в комментариях. До скорой встречи на канале «Современные родители».